Всем большой привет! Была на днях в фикс прайсе и купила вот такую вот упаковочку бананов в шоколаде. Хочу сейчас вместе с вами открыть и посмотреть, как они выглядят внутри. Потому что мне было бы интересно посмотреть данное видео, так как для нашей семьи вот такие бананы в шоколаде являются новинкой. Мы ни разу их не покупали. Мне кажется, они ранее продавались, может, где в фикс прайсе. Но, не знаю, я, по крайней мере, не видела их в наших магазинах. Вот увидела, решила взять. Заявлено это как эко-продукт. Ну, такая небольшая упаковочка. Здесь идет 90 грамм. Вот. И написано 100% настоящий шоколад. Вот так вот она выглядит. Упаковка достаточно симпатичная, да? Давайте сейчас откроем. Посмотрим. Мне, честно сказать, мне интересно, как они выглядят внутри. Надеюсь, так же, как и на картинке. Так, я тут уже приготовила тарелочку для наглядности. Вот такие чуть слипшиеся. Не, ну согласитесь, в принципе, достаточно неплохо они выглядят. Все. И это все. Подпишу вам цену, сколько они стоили. Ну, даже упаковку вот так можно оставить. Вот шоколада здесь достаточно. Давайте сейчас ножом разрежу, посмотрим. Вот, знаете, как напоминает внутри, как будто это сушеный банан. Кстати, в фикс прайсе тоже видела, продают сушеные бананы. Вот я сейчас на вкус небольшой кусочек попробую. Надо с чаем такие вещи. Ну, сейчас немножко отрежу так. Очень вкусно. Вот. Банан сушеный в шоколаде. А я не видела. Мне на самом деле очень вкусно. Я, если честно сказать, не любительница сушеных бананов. Но это прям действительно стоит своих денег. Так ради разнообразия, мне кажется, можно иногда купить вместо каких-то конфет, печенье. Полакомиться с горячим и сладким чаем. Честное слово говорю, очень вкусно и сладенькое. Я вот, исходя из своего вкуса, вам рекомендую, если вы не пробовали, возьмите попробовать, если вы любите шоколад, бананы. Вот, от души рекомендую, очень вкусно. Я даже жалею, то, что взяли только одну упаковку, надо было штуки 2-3 взять. Думаю, у нас сейчас за чашкой чая за раз улетят это, на нашу семью из 4 человек. Вот. По штучке как раз всем полакомиться хватит. Будем, когда в фикс прайсе, обязательно штуки 2-3 куплю сразу, пусть они лежат. Вот так время от времени можно доставать, лакомиться. Так что я вот на самом деле вам советую, если любите бананчики, шоколадку, очень вкусно. Ну, хочу вам сказать спасибо, что посмотрели это видео, за то, что ставите лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо и всем пока-пока.